чрезвычайной ситуации в аэропорту. Просим всех пассажиров его покинуть. Сэр Тунг, что это было? Самая маленькая в истории ядерная бомба. Дэви Крокет. Пун Шинг Фунг. Ты подозреваешь в организации этого взрыва. Сдайся полиции. Я к этому не причастен. Ты же мой товарищ. Пути назад у нас нет. Продюсер Энди Лау. Режиссер Херман Ял. Все решили, что бомбу подложил ты. Только я знаю, что ты хотел ее обезвредить. Сдайся полиции, или я тебя арестую. Скажи, ты не бросишь это задание? Один выбор. Я ничего не помню. Я не помню, кто они. Меняет. Но мне все равно хреново. Судьбу целого города. Ты сказал ему найти террористов? Но он ничего не помнит. Даже то, что он коп. Да что с вами не так? Давай уходи. Нет, мы уйдем вместе. Битва за Гонконг.